наказана на 3 года условно. Беляевский районный суд вынес приговор маме, которая оставила 5 своих детей одних дома. В результате пожара 4 из них умерли. Трагедия, которая произошла в поселке Гирьял в ноябре прошлого года, вызвала широкий резонанс. Многодетная семья проживала в старом деревянном доме. 23-летняя мать в тот день оставила 5 малышей в доме одних. Женщина отсутствовала около 2 часов, и из-за того, что была неисправна печь, произошло возгорание. Из полыхающего дома соседи попытались спасти детей. 2 успели вынести, а 3 сгорели. Мальчишка вообще не двигался, а девчонка немножко дергалась. Я их в окно подал, я ничего не видел в дому. Через 2 в больнице скончалась и 2-летняя девочка. Выжил только 5-летний мальчик, хотя ему долго пришлось восстанавливаться, он получил сильные ожоги. Старший, 7-летний ребенок из той же семьи, был в школе и лишь поэтому не пострадал. Уголовное дело рассматривал Беляевский районный суд. Матери предъявили обвинение в нарушении правил пожарной безопасности. Статья предусматривает 7 лишения свободы, но суд принял во внимание, что женщина признала свою вину, у нее 2 детей, и сейчас она ждет еще одного, поэтому наказана на 3 года условно, с испытательным сроком в 4 года. Добавим, что теперь семья живет в новом доме в селе Беляевка, который был практически готов накануне пожара. О том, что печь в старом доме неисправна, специалисты предупреждали женщину не раз, и даже заменить недорогую деталь обещали бесплатно, но женщина тогда не поторопилась ее купить, видимо, рассчитывала скоро переехать.